Пошел нарвать желемыш на кладбище. Темнеет. От могил идет странное свечение. Повсюду пугающий вой. Не можешь найти путь домой. Идешь уже сутки. Кладбище бесконечно. Питаешься желемышем, который собрал. Желемыш напоминает людские силуэты. Их таинственные очертания наталкивают на странные мысли. Тут видишь на надгробном камне свою фотографию и имя. Дата смерти подписана днем, когда ты ушел за желемышем. Голоса уже не воют, а повторяют протяжно твое имя.